На минувшей неделе сотрудниками правопорядка было зафиксировано 6 ДТП, и одно из них с пострадавшими. На улице Зернова водительница Hyundai Creta при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю Opel Astra. В результате данного дорожно-транспортного происшествия мужчина 93-го года рождения получил телесные повреждения. После осмотра врачом был отпущен домой. Евгений Тимошкин отметил, что на территории города увеличились происшествия с пешеходами. Если в прошлогоднем январе таких ДТП было одно, то в этом году уже 9. В том числе пострадало двое детей. В одном случае, когда ребенок у нас был пешеходом на улице Садовая, а во втором случае, когда ребенок находился у нас в транспортном средстве в качестве пассажира. Сотрудники полиции с пятницы по воскресенье проводят профилактическую акцию, направленную на выявление пьяных водителей. На минувшей неделе в нетрезвом состоянии за рулем задержали 6. В ГАИ напоминают, что с прошлого года нижегородцы могут сообщать о нетрезвых водителях по номеру 112. Если информация подтвердится, то сообщивший получит 2000 рублей. Сообщить о нетрезвых водителях может каждый участник дорожного движения. Для этого нужно позвонить на горячую линию 112, назвать цвет, номер, марку машины и направление ее движения. Ирина Вышгородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.